Итак, мы готовы ехать дальше. Так, шпинат. Шпинат, не смей трогать бантик ёмочки. Мой бантик. Не смей просто трогать его. Даже не вздумай. Ой, Рената Ультуаяки. Карнавал, а у меня там она, наверное, 8-я. Если мне не изменяет память, у меня там все больно. А нет, не 8-я, вру. Так, ну это мы можем сделать. Проблемка в изяществе. Фармится во вторник и пятницу. Угу. Ну, в принципе, это все не проблема. Так что короновать можно. Да надо бы и вот это все ей короновать. Потому что с Ешки там тоже тычки вылетают неплохие. Но, перед тем, как короновать Аяку, я очень сильно вознамерен до... О, кстати. Так, ладно. Плюшки слабкие я короновал на Йоме. Надо Ешку Йоме короновать. Обязательно. Я не понимаю, зачем я ульту до 6-го качал, но ладно. А вот Ешку Йоме нужно. Нужно обязательно короновать. Корон, в принципе, хватит. Корон на все это дело хватит. И на Яку, думаю, хватит. И на Йому, ну тут только одна нужна. У меня щиток деда 8 уровня. Вот в чем проблема. Двух книжечек не хватает. О, среда. А смолы нету. Та-дан. Угу. А кого мне еще вообще короновать-то нужно? Казуху не знаю. Я бы все 9-е оставил. У Джина ульта вообще 12-е. Тут как бы все. Ну и Джин тоже все 9-е. В принципе, можно оставлять. Как по мне, короновать вот только если таких прям коров, которые тебе делают всю игру. Так что корон у меня еще с запасиком остается. Так. Поехали. Поехали дальше. Нас ждет третья концовка и... Собственно, и. Ага. Короче, нам сейчас нужно, видимо, какие-то ответы другие выдать в письмах. И мы получим другую концовку. Ну, поехали в тихое место. Фоксяш уже должен был отработать, но он просто пропал. Он кончился. Он как бы был, а потом такой, оп, и не стало. Лен, да нет, я же отдыхал, в принципе. Я когда... Сколько я отдохнул, во сколько я закончил, я не помню. Но, в принципе, сегодня закрыть нужно встречи, а уже завтра... Завтра мы от Геншина отдохнем, завтра там у нас САО гейское. После того, что было на прошлом стриме, вопросов в этом вообще не возникает. А в пятницу полноценно пойдем проходить уже новый ивент с Альбедо. Так, здесь тихо и уютно. Ёсь. Угу. Какие стигматы на химика? Никакие. Химика у меня просто в чем вот родилась, в том и бегает. Почему бы нам не написать ответы тут? Да, давайте отвечать. А, вот здесь мы, наверное, пойдем по караулиму издательского дома. Хочешь отправиться туда, чтобы осмотреться? Отлично. Если я и Мика поджидает меня, то удастся избежать встречи с ней. Но будь начеку. Она сила, с которой нужно считаться. Действуй осторожно. Ой, ну знаешь, если бы она хотела меня погладить, я бы, думаю, я не сопротивлялся. Да и не смог бы. Но если заметишь ее, немедленно возвращайся, и мы спасемся бегством. Генерал. И хотел сказать, маленькая милая лисичка, но нет. Милфовидная, хитрая лисюка. Так, наверное, правильнее охарактеризовать можно Яя. Но это вот примерно милфоватая, хитрая лисюка. Это примерно как Фокс. Вот, его, в принципе, тоже можно с этим делом сравнивать. Я имею в виду
совершим стратегическое отступление. Угу, угу. Тактическое, тактическое. Ладно, рассчитываю на тебя. Вот ты зря. Думаю, когда ты вернешься, Мика будет меня гладить вовсю. Хе. Пойдем караулить, какой у нас выбор-то есть. Боник. 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 Блин, она как крот. Так, ладно. Спокойствие. Прошу тишины. Член фан-клуба госпожи Хины. Это член фан-клуба Гора. Мы собрались здесь сегодня по одному поводу. Кто скажет, по какому именно? Так, давайте-ка посмотрим, что там происходит. Они боготворят здесь Гора. Спокойствие. 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 Ну, конечно, это рассказать всему миру о том, какая госпожа Хина замечательная. Да, у нее, вы бы видели ее хвост и ушки. О! Отличный ответ. Какая она нежная, понимающая. Как вы восхитительно озорной шалуньей она иногда может быть. Подождите. Нам бы вообще все выпуски журналов перечитать. А то, видимо, мы упускаем моменты, где Гора был восхитительно озорной шалуньей. Да? Мы, видимо, немножко упускаем этот момент. Шпинат осуждаю. За эльфа осуждаю. А мы все можем подтвердить, что госпожа Хина привнесла в нашу жизнь огромную радость. Но, друзья мои, в этом мире так много людей, которые еще нуждаются в госпоже Хине. Особенно я. Да, Гора та еще шалунья. Угу. Гора, свои фоточки еще пусть подкидывают. Нюцу, нюцу. Угу. Мы можем помочь, неся благую весть о госпоже Хине в каждый уголок этого мира, рассказывая о ней каждой душе. Друг, а есть ли у тебя минутка поговорить о нашей Хине, госпоже? Я думаю, та же Юка, допустим, была бы очень даже не против узнать, что это миленькие собаки с ушками и хвостиком. Эри, привет. Чего? А кто это? Друзья, перед нами человек, нуждающийся в спасении. Типа он еще... Типа мы еще не знаем, кто такая госпожа Хина, поэтому мы нуждаемся в спасении. А, да, да. Но так как мы спасаем сейчас госпожу Хина от прилипучих лапок одной лисички, то, в принципе, мы гораздо ближе к госпоже Хине, чем вы можете себе представить. Господи, это генерал. Тихо. Не спугни его. Здравствуй, друг. В этот радостный день мы хотели бы открыть себе свои сердца и рассказать о высшем существе. Так, не, спасибо. Вот эти вот все... Вот Набухира должен был начать с фразы «А веруешь ли ты?» Примерно так. Все это должно было начаться. Ангелина, привет. Вот, да. Веришь ли ты? И все. И брошюрку потом протянуть. Типа, вот... Если вы интересуетесь, если вы верите, то вот вам брошюрка, прочтите, там ничего такого. Да, да, да. Ну тут как минимум пахнет не фан-клубом Горы, а здесь пахнет немножко сектой имени Горы. Она нежная, добрая, понимающая, самая яркая звезда на нашем небосклоне. Пожалуйста, возьмите эту брошюру! А, как приятно, третий раз за день. Третий раз за день мы с вами прям вангуем, прям вот, не. Знаете, где-то есть такая маленькая дырочка, и мы третий раз в нее пальцем тычем и успешно попадаем. Все, это секта, уже брошюрка есть. Брошюрка есть, а все. Секта. Блять, что? Что? Почему? Это Гора, это даже...
заботливейшая девушка во всем Таевате, красивая и добрая, ответит на все ваши вопросы, поможет развеять все ваши печали. Знаете, что сделал редактор журнала? Он просто взял фотку Горы и воткнул ее в журнал. И сказал, что это леди Хина. Все? Все? А, ну это же Гора. Ну это Гора. Все. Ну только вот эту побрякушку на ушко левое ему повесить и все. Боже. Не, ладно. Квесты с Гора переплевывают квесты с Бейдоу. Тут все. Ладно. Светанка с Бейдоу, конечно, была тоже интересной, классной и все такое, но... И Приска, она не лежала с вот этими квестами Горы. Да, да, да. Фотошоп того времени, да. Так, спокойно, спокойно. Давайте держать себя в лапках. Мы только что открыли для себя новую сторону Горы. Почему встреча с Горой появилась раньше его выхода в игру? Ну, так часто бывает. В игре-то он появился еще в 2.0. Поэтому, ну, как бы, он есть. И все. В игровой вселенной-то он у нас присутствует уже как третье обновление, поэтому ничего удивительного. А, четвертое, простите. Ну, я математик, я сегодня 7-7 не смог там ответить. Так что, а все. Какая милая госпожа Гора. Что я об этом думаю? Да что-то, блин, знакомое, не находите? Не находите? А ты не Гора, теперь все, она самая милая девочка в Таевате. О, прошу прощения, меня переполняет радость, а сейчас я все расскажу. Доводилось ли тебе читать журнал «Итажизн» от издательского дома Яя? Это выходящий ежемесячно журнал, в котором есть колонка советов. Мы из числа читателей, которыми... кто первыми отправил письма, надеясь на помощь. Каждый из нас получил добрый, вежливый и мудрый ответ. Интересно. Как Гора сам отнесется к тому, что он леди Хина? Госпожа Хина, простите. Главное фоточку ему показать, ему понравится. Ему честно понравится, ему очень понравится. Хотя редактор не разглашает имя, пол и другую информацию, но для нас госпожа Хина как старшая сестра. Мы уверены, что она такая же и в жизни. Не, но тут вы как бы угадали, тут да. Мы не можем ошибаться. Я чувствую по ее письмам уважение и доверие, которое она излучает. Она интуитивно понимает людей. Кстати, да, Горочка-то, бедолага, он вообще от людей смущается, а если он увидит это? Она такая внимательная. Всегда может уловить наши истинные эмоции через письма и оказывает ту поддержку, в которой мы так нуждаемся. Да, Юль, да, да. Тут, наверное, скоро пол Таевата будет читать «Итажизн». Нет, нет, он вроде как об этом как раз-таки не знает, потому что, когда этот представитель издательского дома упомянул госпожу Хину, он как-то это, ну... Ну, обычно он бы начал паниковать, махать лапками, типа, а, не-не-не, не знаю, кто это вообще, без понятия, кто это, а, что происходит. А здесь он просто спокойно ответил, типа, ну, вообще, хз, кто это, так что я думаю, они там втайне от него сами приписали все это дело. Ну, за исключением, конечно, вопросов, касающихся любви. Тут она явно не эксперт. Но нам она еще милее от этого. Не так давно колонка потеряла популярность, и ее чуть было не закрыли. Ну да, война шла как бы. К счастью, издательский дом Яе принял решение опубликовать портрет госпожи Хины. Тогда популярность колонки начала расти. Так погодите-ка, погодите-ка, то есть госпожа Хина это... Да, она ведет колонку советов в журнале «Итажизн». Мы восторженные почитатели восходящего таланта. Так, несите Гора. Пайман, тащи сюда Гора. У нас тут дело намечается.
Говорят, издательский дом Яи сегодня обнародует официальное изображение госпожи Хины. Услышав об этом, мы поспешили отовсюду, со всех концов страны, чтобы собраться здесь. Гора. У нас проблемы. Причем, довольно, мать его, серьезные. А знаете, в чем главный прикол? Если однажды, вот не будет у Гуры людей хватать, он же в любой момент такой приходит, говорит, я это, госпожа Хина, госслужить со мной. И все, все, пойдут женщины, старики, дети, мужчины, не очень мужчины, полуженщины, почти мертвые старики. Короче, поверьте, если он просто придет и скажет, мне нужна ваша помощь, я та самая госпожа Хина. А все. И стать свидетелями величайшего момента в истории. Так, нужно бы Гора вернуться и узнать, что он об этом думает. Срочно, срочно. Просто максимально, максимально срочно. Обязательно посмотри на госпожу Хину. Она очень милая. А, ну так вот сейчас сходим и посмотрим. Сейчас мы как раз таки и идем посмотреть. Господи. Хина! Хина! Да, мы-то уже тоже, в принципе, да? Ну, нас тоже можно считать членами фан-клуба. Так что Хина! Хина! На это можно смотреть просто вечно. Это, вот эту фотку, знаете, для чего можно было использовать? Помните, сегодня Байда такая сказала, что я буду использовать эту фотографию для того, чтобы... для компании по набору новых рекрутов, типа, в Южный Крест, помните? Помните, помните, да? Ну, помните же, да? Она такая, ну, вот, этой фоткой я буду заманивать, мол, людей к себе на службу. Знаете? Знаете? По-моему, она без людей останется, если вот Гора запустит рекламную кампанию и скажет вот это, типа, генерал Хина проводит набор рекрутов новых в свои ряды, в ряды своей армии. По-моему, все. Ну, в смысле, почему все? Потому что сюда люди даже из Лиюэ поплывут, чтобы вступить в армию этого генерала. Да блин. Да я думаю, мы бы тоже пошли служить, ну вы посмотрите. Ха-ха. Так, поехали. У нас много вопросов, на которые нужно получить ответы. Очень много вопросов. О, а вот и ты. Поверь мне, дружище Гора. Поверь. Я и Мика не самая твоя большая проблема в жизни. Я тебе новость принес. Сами знаете, кто сейчас в издательском доме Яя? Да Волан-де-Морт, да хватит, хватит. Но это Волан-де-Морт просто. Да, кстати, мы когда его встретили... В Риуэ впервые. Ой, в Риуэ, простите, в Инадзуме. Мы ж тогда пошли за него воевать. Да не совсем. Волан-де-Морта там, к сожалению... Наверное, к сожалению, да? Потому что встречу с Яей он бы перенес, наверное, получше. О, ну и хорошо. Так пошли, я тебя проведу, познакомлю кое с кем. А ты здесь чего делаешь, Гора? А, я только что закончил писать ответы, поэтому собирался пойти в издательский дом Яе и сдать их. Слушай, а почему ты пишешь вообще для них? Почему? Ну... Думаю, это потому, что... И так я могу помочь людям. Кроме того, редактор сказал, это то, на что способен только ты. Леди Хина. Когда они впервые предложили, то просили меня так торжественно, что я не мог отказать. Но как только я освоился, то обнаружил, что мне это очень нравится. Прежде чем я осознал, я написал уже сотни ответов. А иногда читатели писали, чтобы поблагодарить меня.
Я был так счастлив, когда они говорили мне теплые слова. Пойдем, пойдем, Горочка, пойдем, я тебя кое с кем познакомлю. То, что они тебе писали в письмах, это фигня. Тебя на руках когда-нибудь носили? Твои ушки когда-нибудь боготворили? Твоему хвосту поклонялись? Пойдем, пойдем, Гора, пойдем. Каждый раз, когда я думаю об этой ужасной женщине, мне не хочется иметь ничего общего с издательством. Но потом, когда размышляю о том, как мои ответы помогают стольким людям, то чувствую ответственность. Блин, а вы представляете, какое вообще душевное, моральное, ментальное удовлетворение получает Яя, когда издевается над таким, как бы, статусным мальчиком, да, который как бы генерал, но он настолько робкий, он настолько стеснительный, что любая фраза Яя просто вгоняет его в краску, и все. Вы понимаете, какое огромное наслаждение она получает от общения с Гора? На ее месте я бы, наверное, просто охотился за ним. Но я уже настолько привык, что мне, верно, было бы трудно жить без этого. Я не могу допустить, чтобы Гора все узнал. Да в смысле? Да нет, мы должны все рассказать. Мы должны рассказать все. Мы должны сказать, что он леди Хина. И о том, что он для многих сестренка. Милая сестренка, которая не шарит за любовь. Да, и от этого она еще более милая сестренка. Блин, я не могу допустить, чтобы Гора все узнал. Ну, я не знаю, что происходит, но я хочу отнести эти письма поскорее, пока сами знаете, кого нет в издательском доме. Я всегда очень жду реакции читателей на мои письма. В армии со мной все ведут себя немного сдержанно, потому что я генерал, а здесь с тобой будут обращаться как с сестренкой. Вот и думай теперь, Гора, а что лучше? Блин. Да, Костя, да, лучше горькая правда, чем сладкая ложь, поэтому давайте за хвост его и тащим туда. На растерзание. Так вот, да, Мицуки, так хочется ему рассказать правду. Но этих сложностей нет, когда общаешься в письмах. Кажется, все, кто пишет, относятся ко мне как к другу, с которым они могут поделиться чем угодно. Нет, они относятся к тебе. Не как к другу, дружище, не как к другу, поверь. Ой, ты бы себя видел. Ой, ты бы себя видел на листовочке, Горочка, ты бы себя видел. Так что я их не подведу. Пойдем. Это, слушай, Гора, может... Это, Гора, может... Может... Может, я отнесу? Не, баннеры не открывал. Реролы, я же не трогаю. Зачем они мне, в принципе? Давай свасти до завтра. Так, ладно, давайте мы отнесем. Но издательский дом, я и недалеко, ведь верно? Пойдем вместе. А если сами знаете, кто появится, то мы защитим друг друга. Вперед! Бля. Ладно, хорошо. Хорошо. Мы не уговорили его, и это хорошо. Ну, видит Бог, он сам решил идти. Он сам. Мы тут... Ну, мы пытались. Делали, что могли. Нехотя, конечно, но... Игра говорила, что надо. Ну-с, господин. Точнее, госпожа. Бля, простите, это же госпожа. Так. Госпожа. Странно. Но здесь сегодня необычайно оживленно. Я редко здесь бываю. Тору, тут всегда так? Да сегодня просто особенный случай. Похоже, там какая-то суматоха. Глянем. Позвольте еще раз повторить, друзья мои. Мы члены фан-клуба госпожи Хины. Должны соблюдать правила. Во-первых, мы не должны пытаться выяснить истинную личность госпожи Хины. Ведь мы не хотим смущать ее. Ой, ну первое правило ваше хорошее, потому что бедняга просто умер от стыда бы, если бы все это узнал.
Во-вторых, фанаты госпожи Хины не должны делать никаких спорных заявлений, представляя фан-клуб. Мы будем проявлять самодисциплину и блюсти репутацию добропорядочных людей. В-третьих, хотя наша миссия состоит в том, чтобы рассказывать о госпоже Хине всеми возможными способами, если наш собеседник говорит, что он не заинтересован, мы должны уважать его и не принуждать. Давайте у горочки, да, пусть они гору просветят, кто такой у нас, кто такая леди Хина. Гачу никак не поживает, я не трогаю Гачу до Итта. Я жду, выжидаю. Занял оборонительную позицию. Да, мы собрались здесь сегодня ради госпожи Хины. Но мы также здесь, чтобы стать лучше. Ради нее. Мы сделаем это. У нас получится. Получится! Пусть она нами гордится. Мы не подведем ее. О, так это и есть фан-клуб. Ага. Он самый. И не, Дан что ж, не трогал, он мне в принципе вообще пока не нужен, пока я не доформлю воспоминания Симонавы. Ну в смысле не доформлю? У меня ни одного арта нет, так что пока я не начну его выфармливать, точнее в новые данжи я никуда не полезу. Тьфу на них. Не знаю, чьи они поклонники, но в них много энтузиазма. Это напомнило мне о наших речах перед боем. Единорожек Мари, привет. Мэри. И тут все, что можно сказать, это... Хе-хе. Как там этот Венти-то говорил? Странно. Что-то не так. Ты глаза почему-то отводишь. А, я? Нет, тебе показалось. Что случилось? Неужели это сами знаете кто? Да нету здесь Воланда Мико. Прости, друг. Опа. Ты очень похож на госпожу Хину. Вообще не похож. Так или иначе, судьба привела тебя сюда. Хочешь узнать о госпоже Хине? Простите, я не... Что ж, сейчас самое время узнать больше. Блин, ну Мицуки очень хотелось бы. Очень хотелось бы, чтобы мы узнали. Чтобы он, точнее, узнал. Ну и чтобы они узнали. Ох, отбоя от рекрутов у него бы не было. Она нежная, добрая и внимательная. Ты можешь рассказать ей обо всем, что тебя беспокоит. Она посоветует, что делать. О, похоже, она очень приятный человек. А нет. Она собака. Совсем не такая, как я и Мика. Да, Твору? Он вылитая госпожа Хина. Они наверняка родственники. Ну, да, они из одного выводка, как бы, получается. Одна сука родила их. Ну, вроде бы как. Тихо, ты помнишь, что мы не должны пытаться раскрыть личность госпожи Хины? Давайте хоть сфотографируемся с ним. Это, друг, можно с тобой сфотографироваться? Мы взяли сегодня фотокамеру, чтобы запечатлеть госпожу Хину. Ой. И вам это удалось? А, конечно. И у вас получилось сфотографировать госпожу Хину. Тору, почему не хотят сфотографироваться со мной? Это обычай острова на руками. А, ну тогда ладно. И делают очень много фотографий с ними, с ним. Сойдет. Мне нужно в издательский дом, чтобы передать письма. Фух, удалось оставить его в неведении. Дайте пройти. Пожалуйста, дайте пройти дорогу. Вот вывеска с госпожей Хиной. Пропустите. Дайте мне пройти. Ребята, да это же госпожа Хина. Госпожа Хина. А мне любопытно. Тору, давай посмотрим. Не надо, брат.
Не надо, братишка. Почему? Ну это, говорят, что скоро придет я и Мика. Да? Тогда надо валить. Как бы мне не было любопытно увидеть, из-за чего весь этот шум, придется дождаться следующего раза. Тору, в следующий раз тоже вместе пойдем относить письма. Да ладно. Вы серьезно? Вы меня с хвостом Яи уже обломали однажды. За что? Да за что? Сказать или не сказать, вот в чем вопрос. Мне не дали варианта сказать. Вы посмотрите, какая там Хина на заднем фоне-то. Не могу избавиться от ощущения, что ты чего-то не договариваешь. Меркуриум, привет. Да блин. Но это на самом деле несправедливо и нечестно. И посмотрите, мне кажется, или... Ага. Или Горочка покраснел. Ну блин. Ну блин. Так, погодите. Погодите, я не удовлетворен. Вообще. Поэтому... Ням. Погодьте. Один момент, буквально. Я не того, сейчас. Я не увидел все, что я хотел узреть. И лицезреть. Так. Собственно. Так, секундочку, мне нужно провести небольшое расследование. В данный момент я его провожу. Так. Так. Ну, как бы, да? Ну, потому что там все было маленькое, знаете, не видно было. Вот так, я думаю, получше. Стоп, там вывеска стоит. Погодите. Тут и правда есть вывеска. Горочка. Показать бы ему кое-что. Не, ну. Один в один. Просто один в один. Итер максимально старался, да. Так. О, так получше. Блин, вот знаете, был бы Гора, был бы баннер с Гора, я бы его поставил здесь. А любимый персонаж кто? Ну, да, нет, их много нравится, в принципе. Здесь вообще каждый персонаж по-своему хорош. Ну, часть персонажей я не понимаю, но ладно. Возможно, это дело времени. Эх, какая же прелесть все-таки. Шпинат, если бы на Гора потом вышел такой скин, я бы просто бросал деньги в монитор. Кто-нибудь, кстати, так, пишем в Михаё письма. Мы требуем на Гора этот скин. Да, вот как только мы получим Гора, сразу же. Ну блин, это классно. С
Ну, просто серьезно, вы прикиньте, какие были бы продажи у этого скина на Гора. Просто какие были бы у него, блин, продажи. Раскройте истинную личность госпожи Хины в издательском доме, Яя. Ну, мы-то с вами ее сразу раскрыли, когда он немножко оговорился, редактор, да? Мы тогда уже поняли, кто здесь госпожа Хина. Но, блин. Гора-гора. Ну, я бы все-таки отвел его туда. Победоносная легенда. Фирменное блюдо Гора. Гарниры достигают почти тех же вершин, что и амбиции Гора. Когда вы доедаете суп с лапшой и удовлетворенно похлопываете себя по пузику, вы поднимаете глаза и видите Гора, который лучезарно улыбается, и его хвост виляет из стороны в сторону. Хотя, вероятно, он об этом не знает. Он 100% об этом не знает. В смысле встречи скучные? Да, однако. Так, ребят, самое время нам сделать небольшой перерыв, буквально на 5 минут, после чего мы продолжим. Шибафу ни некоругару то... 大地の鼓動が聞こえてきます。